Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на канале Топ Сад. И сегодня готовим с вами живое виноградное варенье из живого винограда. Ну, вот видите, виноград и черный, и белый. Вот, собрали, сняли ягоды с грозди. Если есть косточки в винограде, косточки удаляем. Вот. А лучше разрезать ягоды пополам. И дальше мы используем для варенья вот такое средство, которое называется Желфикс. Этот пакетик на 1 килограмм ягод плюс 2 столовые ложки сахара. Размешаем и нагреваем. Вот ягоды винограда у нас готовятся. Добавляем 300 грамм сахара, помешиваем, доводим немного до кипения, чуть-чуть, 2-3 минуты провариваем и снимаем, заливаем варенье в стерилизованные банки. Ой, вы не представляете, супер! Варенье. Ну что ж, вот виноградное варенье готово. То есть получается виноград в желе. То есть необыкновенно вкусно. Никогда не делала, первый раз попробовали, но очень вкусно. Советую попробовать вот такой десерт. Приготовить на зиму.